Мне часто задают вопрос, можно ли по рецепту для хлебопечки испечь хлеб в духовке? Получится ли? Сегодня я решила проверить это. Я взяла самый простой рецепт белого хлеба для моей хлебопечки. Смешала все ингредиенты согласно инструкции. На миксере с крюками, конечно, замес теста проще и быстрее, но можно все смешать и вручную. Формирую колобок. Накрываю полотенцем и убираю в теплое место на 30 минут для расстойки. Сегодня я решила попробовать выпекать в утятнице. Можно выпекать в любой кастрюле с крышкой. На дно стелю бумагу для выпечки, предварительно ее сминаю, чтобы она лучше приняла форму утятницы, и подрезаю лишнее. Затем достаю тесто. Обминаю его. Складываю конвертиком несколько раз. Формирую хлеб. И помещаю форму для выпекания на час для расстойки. Через час накрываю утятницу крышкой и ставлю ее в разогретую до 200 градусов духовку. Хлеб я выпекала 30 минут и потом еще 10 минут без крышки, чтобы зажарилась корочка. Достаем хлеб из формы. Вот какой хлебушек получился. Разрезаем его. Все пропеклось, хлеб достаточно высокий получился. Думаю, что по рецептам для хлебопечки можно испечь любой хлеб.